Итак, относительное время в поэме Кристиёноса Данилайтиса «Времена года». Уважаемая публика, свой доклад хотела бы начать с цитаты из лекции по структурной поэтике Юрия Михайловича Лотмана. Структурный подход к литературному произведению подразумевает, что тот или иной прием рассматривается не как отдельная материальная данность, а как функция с двумя или чаще многими образующими. Художественный эффект приема всегда отношение, например, отношение текста к ожиданию читателя, эстетическим нормам эпохи, привычным сюжетам и иным штампам, жанровым закономерностям. Вне этих связей художественный эффект просто не существует. Любое перечисление приемов ничего нам не даст, равно как и рассмотрение приемом вообще вне текста как органического единства, поскольку, входя в различные структуры целого, один и тот же элемент текста неизбежно приобретает различный, порой противоположный смысл. Конец цитаты. Читая поэму Кристиёноса Данилайтиса «Времена года», мы обнаруживаем много говорящих, действующих лиц. Но трудно отдалиться от впечатления, что возможно различить этих нараторов от автора. Относительно часто и самому читателю очень тяжело не присваиваться к словам автора. Такое впечатление обычно создает талантливо созданный текст. Перефразуя еще одну цитату Юрия Михайловича Лотмана, можно сказать, что понятие «текст» для лингвиста оказывается менее сложным, чем для литературоведа. Но все-таки и лингвистам всегда интересно, что свойственно самым лучшим текстам. Поэма Данилайтиса «Времена года» является произведением, которому свойственна художественная простота. То же самое слово «простота» очень подходит и как наилучшая характеристика структуры синтаксиса Данилайтиса. Все ясно, просто, логично и мелодично. Ничего лишнего. Итак, какими средствами произведение написано примерно 250 лет назад, создает впечатление простоты и тем самым актуальности современному человеку. Одна из причин такой актуальности может быть и сочетание линейного восприятия времени с циклическим кругообразным. Другая – относительно часто использована возможность охарактеризировать время как отношение между двумя ситуациями. В грамматике это так называемое относительное время. Грамматика, как и физика, употребляет оба понятия и абсолютного, и относительного времени. Владимир Александрович Плунгян в общей морфологии пишет, что относительное время, или таксис по термину, предложенному Блумфилдом, описывается как категория, которая в семантическом плане очень близка к категории собственного времени или абсолютного времени, но полностью лишена диэктического компонента. Грамемы таксиса выражают одновременность, предшествование и следование не по отношению к моменту речи, а по отношению к любой ситуации, эксплицитно или имплицитно заданной контекстом. Конец цитаты. Синтаксически относительное время выражается такими мерами, как сложно подчиненные предложения или клаузы с придаточным предложением времени. Сложная клауза называется сложно подчиненной, если в нее вложена другая клауза. Зависимые клаузы возглавляются либо финитными формами глагола и подчинительным союзом. Это придаточные, так называемые придаточные предложения и по старой, и по новой традиции, и либо инфинитными формами по старой традиции, так называемые зависимые обороты времени. Количество и относительная частота таких синтаксических мер, которыми время одной ситуации описывается отношением к другой ситуации, в разных текстах иногда очень различается.
Даже интуитивно можно предусмотреть, что в контекстах, связанных с описанием временных ситуаций, сложно подчиненные предложения времени должны встречаться чаще. А ведь поэма Дони Лайтеса – это описание календарного цикла года в жизни природы, человека и разных божьих творений и их нужд. В сравнении с другими текстами, например, сборниками, здесь в слайде, как эти финитные и инфинитные, придаточные зеленым этим и видно, и в сравнении с другими текстами, например, сборниками проповедей в старолитовском, то в текстах Бреткунаса, Даукши и Сирвидаса сложно подчиненные предложения времени употребляются реже, чем у Дони Лайтеса, хотя их здесь обширность текста в этом слайде видна, и частота, относительная частота сложно подчиненных предложений времени в одном авторском листе, то гораздо уже этих предложений больше, особенно сравнивая Бреткунаса и Дони Лайтеса, которые в одной традиции. И очень много, конечно, Дони Лайтес научился и взял у Бреткунаса, как и у Даниэлюса Клейнаса, который в 17 веке свои молитвы выпустил. И теперь, как эти сложно подчиненные предаточные времени в разных частях поэмы Дони Лайтеса. Зеленый столбик – это весна, лето – желтый, фиолетовый – осень и зима голубого света, и эти финитные и инфинитные как отличаются с частотой. И еще вот можно, как описывая разные времена года, Дони Лайтес употребляет какая относительная частность этих предложений, то более часто, когда описывает зиму их. И придаточные времени с союзами. Какие союзы? Эти уже и асемантически этими клаузами можно предшествование, одновременность и временной предел ситуации времени выразить. И как они предшествование с причастными оборотами или причастиями прошедшего времени и совершенного вида, или с придаточными союзами was, cape, но самое большое количество с придаточным союзом cad. И теперь предшествование. Я извиняюсь, что не подобрала перевода на русский. Sveiks dieve duok, sulauk dar daug pavasario švenčių, irgi sulaukęs jas, sveiks ir drūts pasilinksmink. Nugi dabar naštas vargų visas nusikratę, jau pasilinksminkim, bent sykčias nei susikvietę. Tam dieve duok sulaukt kasmets pavasarį sveiką, ogi pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą. Эти предложения, которые предшествуют. И придаточные времени, как с этими союзами. Больше всего их, когда описывается лето, vasaros darbai. И теперь придаточные времени с союзами. Несколько примеров. Todėl padarinęs visokias vos pažiūrėjau, как только увидел, что я умислик тек тест, тейп и ждрожьте мокею.
Juk ir mes, kaip tušime svietę, vos pasirodom, štai tuo bėdos iš visų pašalių susibėga. Ale ką myslijo javutė tavo pačiutė, kaip jos pirmas vaiks užgimęs klykti pagavo, kak tolka načil. Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą, smuikai tau ir kanklis tur sugėda nutilti, kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą ir kinkyt paplakt nuvažiuot iš būdinį jurgį. Eta on Danilaitis gavaryt abrašaitsa ksalavjų takimi predloženijami. I одновременность можно выразить полупричастиями, деепричастиями или союзными скад или скейп. И, как видно, более самое большое количество – это предложение с придаточным союзом кад, которые в теперешнем языке были бы адекватны союзом кей. Но это у Даукши очень тоже самый популярный. У Бреткунаса кад и кейп был еще как бы и по относительно ровно употреблялось. И несколько примеров одновременности. Кожнас вен жмогус уж гемдамс пурпуру и лигус. Ir besibardami daug glupų daiktų sumeluoja. Taip ir temstant jau kirmyti patalą žergė. Taip bešiopsant man, arklys mano žvengti pradėjo. Особенно, когда одновременность передается, то много этих причастий с префиксом «де». Очень даже высокая частота. И как они вот выглядят, описывая времена года, какими, какой частотой скад и скейп. Очень мало этих предложений скейп, хотя у Бреткунаса их было, употреблялось больше для одновременности. Но уже вот идет перемена, Бреткунас конец 16 века, как написал свою по стиле. И теперь одновременность с союзами кад кейп. Несколько примеров. Юг негали мейтинтис вис венейс рябунинейс ир дейлю рекалю рейк кад спиргинис пиргус. Как уже профессор Даля Сташкевичене говорила, что много советов, как надо употреблять и как этот жирная осень. Ну, и потому что очень жирная эта осень, Данилайтис дает такой совет, что нужно не только мясо, но и нужно кушать и хлеб, и чтобы его надо иметь. Ба кайп яунс бувау, кур дингот мано денялес, ай кайп яунс бувау, виси мане гирдово клапой. Это про когда он был тот говорящий, был молодым. И еще один слой этих сложно подчиненных предложений времени союзами, информирующими о временном пределе, то их сравнено не очень большое количество, и как бы это дает, может быть, прочитано как знак, что ему хотелось все нарисовать мир как бы более позитивно, не то, что там нас ждет какой-то предел, но то, что предшествие перед нас было или что мы делаем теперь. И несколько примеров. Ту жоделю саво тево аш тикрай нуситверю, ир кол гив скрутесю, ю каздэн паминесю, пока я жив буду. Буду там свои слова своего отца вспоминать.
И очень такой красивый. «О, jūs žąsys, jūs niekus pliuškėdamos antys, eikit maudykitės, pakol dar atviros upės осенью». Он как-то дает знак, что еще как бы недолго осталось до зимы. «Pons šilguos, o bur šiauduos verkšlen pasislėpęs, ik abu po to protingai pradeda myslit». И идея, что все люди равны, тоже не раз в поэме Данилайтиса припоминается, что все мы рождаемся равны перед Богом, и только потом социальные возможности дают нам некоторые различия и возможности в социальной жизни. И информация еще несколько этого типа, то «Mets tur daug dienų, ik visas jis pabaigė, o kožna diena daug kasnių nor pasisotint». «Tič tik ik sudžia šios vieto tau pasirodys, ir ponus taip kaip ir mus sudok suvadinės, alga kiekvienam kaip pelnės ir sudavadės, što Božiai sud būdėt tože nas всех ставить в одну очереди, что мы все будем, так как рождены, так и перед Божьим судом будем все одинаковы. «Taigi padėkit jau vindelių visą klapatą ir stakles iki vėl reiks į pašalį kiškit». И еще там. У Данилайтиса очень мало таких инфинитных, когда инфинитная форма идет с придаточным союзом. Только два примера с союзом «ики». Тарнас «йо шлапьюргис сумерга сусукатя» сако, кад «исай делто тип убаго баидос, кад ям накти апмаудуот ир верк не рейкету, нес ям шилингс дуот сапне, кайп грекс пасиродо ир тамсоевис, ик ишауштан гандина бечу». Ir kitas, iščioj atno predlažinė, išgi mažų dienų mūsų skaudžios vargina bėdos ir iki mirštant mūsų mūčit, mūsų dušės nesiliauja. И реализация сказуемых в сложных подчиненных предложений времени, то видно, что настоящее время, глаголы эти, абсолютное как бы показание времени, то самый большой слой таких предложений с глаголами настоящего времени. И несколько примеров. Прошлое, кад ман картыс вокт арка ишплешт пасытайке, роц ир аш несигедиу иштест саво ранка, але не сау вогел, бет вис малонингемс понамс. Крестьянин говорит, что он, когда там была возможность что-то красть или рубить, то он тоже так делал, но не для нужд своих, а «О, kad rudenį per purvus į baudžią vajoju, o mano kuin palaikys klampodam žengti nejėgę, aš jo taip gailiuos, kad kartais ašarus rovės, ypačiai, kad iškoliots jodau varva nuo zūbų». Į būduščiąją. Ir ko mums reikės, kad šviesą šią pamatysim, vis lab bus nekai, ką veiksim, argi pradėsim, kad žegnojantį rankelę tavo negelbės. Abraščienyje k Bogu. И тоже такие, много таких ситуаций контекстных, когда он просто дает такую возможность быть храбрыми. «Ir nepabūkim, kad išgirsim dar gana sūžint. Taigi nevenk žmogau, kas sik, kad viralą verdi, ar kad šildytis kitrei pas kakalį tims, ai tam dėkavot, kur sugni tau ir šilumą davė». Есть очень маленький слой относительность, когда в этих предложениях времени смешанные формы глаголов употребляются. «О штыр токсай утелюс долерю тико, кави карты шутидам сандиты продеси».
прошлого и настоящее время тико, и будущее прадеси, и ак, кад йоу господорюс пац вос гивс пасиюден. Извиняюсь. Ка йоу бернес вейкс? Различные формы глаголов. И какие можно сделать обобщения? Первое. Изучение структуры союзных придаточных предложений времени в поэме Данилайтиса показало, что в поэме применяется более к нынешнему языку по грамматической структуре близки модели сложно подчиненных предложений времени. То есть в старолитовском примерно часто встречаются сложно подчиненные предложения времени, которым свойственно, что время глаголов, вроде сказуемых главного и придаточного предложения, и подбирались по семантике, то в нынешнем литовском время глаголов различных клаус подбирается синтаксически. В нынешнем литовском языке самые обычные модели сложно подчиненных предложений времени в обоих клаузах имеют сказуемые того самого времени. Тексту Данилайтиса свойственно более нынешнее синтаксическое моделирование предложения времени. А этих предложений придаточных времени с семантической моделью у Данилайтиса примерно только 3%. В старолитовском процентная отметка семантического моделирования этих предложений достигала с разными союзами, например, с союзом «нет» больше 51, с придаточным союзом «нег» 13%, с придаточным союзом «кад» или «када», который употребляется и у Данилайтиса, 8%. Второе обобщение можно сделать, что тексту Данилайтиса свойственно новаторство и структурная близость к структуре сложно подчиненных предложений времени нынешнего литовского языка в смысле подбирания подчинительных союзов. В поэме Данилайтиса уже не употребляются модели сложно подчиненных предложений времени с придаточными союзами «нет», «нег», «куамету», «кекарту», «кексикю», которые употреблялись в XVI-XVII веке у Даукши, у Бреткунаса, у Сирвидеса. Но у Данилайтиса уже употребляются сложно подчиненные предложения времени с подчинительным союзом «вос», и такими предложениями выражается семантика предшествования. И эта модель мы имеем и в нынешнем литовском языке. Очень редко в тексте Данилайтиса встречаются инфинитные сложно подчиненные предложения времени с подчинительными союзами. Относительное количество таких предложений у Бреткунаса с союзом «ики» было почти 20%, а у Даукши ики с инфинитными формами даже 91% таких в постиле. У Данилайтиса редко встречаются инфинитные сложно подчиненные предложения с ики, но в структуре таких предложений видна продолжительность старой одеревневшей модели инфинитного предложения с ики и с инфинитными формами глаголами мирти. Там было одно такое предложение показано. И этот тип сложно подчиненных предложений времени Даукша подбирал, тоже не слушаясь примерной модели предложения, который был в польском оригинале у Якуба Вуяка. И еще что можно сказать, что структурный анализ даже одного синтаксического типа сложно подчиненных предложений времени показывает, что синтаксис текста Данилайтиса свойственно новаторство. Простая, красивая, логичная речь Данилайтиса и вныне может быть примером, как и само содержание произведения. Поэма Данилайтиса не только красиво сочиненный, но и все еще очень актуальный текст. Спасибо большое. Большое спасибо вам за внимание. Да. Не может быть так, что язык развивался?
Да, конечно, язык. Да-да. Я тоже имею это в виду, что язык развивался, но в то же самое. Нет. Случайно совпадение, что? Нет. Логично. Когда Лейдис лежал долго на Манчатне, это он был на Манчатне только в 1818 году первое издание. А потом все-таки это поэма интересовала более ученых, чем она. Ну, она не была. Здоровье она была не нет, нет. Ну, она может быть известна в Грузии, там была, но. Может быть, сама форма поэмы тоже и дала большое влияние, потому что как бы и нету ничего лишнего. И очень красивая структура этих предложений, они короче, проще, очень ясно сложены. Потому что другие авторы того времени любили всякие украшения. Да, только. Нет, да, только. Ну, вот у меня в продолжении этого вопроса. Вы дальше не входили, но, естественно, вы, помимо того, что вы исследователь, носитель языка и носитель традиции, и воспринимаете Даниэля Айтиса, конечно, не только как объект для вот такой статистики. Да. И мне интересно, как, очевидно, у вас должно сложиться представление о том, как временная структура влияет на семантическом уровне на сегментацию сезонов и так далее. Поскольку, ну, вообще такие, как я понимаю, идут в настоящем времени. Вот такие, да, большинство. То есть, так сказать, все. Там нету будущего, нету прошлого, оно появляется в каких-то таких... Ну, да, таких воспоминаниях. И поэтому придаточно как сравнение. Вот очень интересный мне временной предел. Он важен именно для сегментации сезонов. Вот эти вот до того, пока не наступило, да, это такие сигналы к переменам. Да, сигналы переменам, но сравнительно очень не часто эти вот. Я и говорю, насколько, как хотелось бы, я не знаю, как вам кажется, действительно положить на семантику, потому что тут могут быть очень нетривиальные, да, результаты. Да, но все надо. Все идет в настоящем времени, и вдруг какие-то там до... После, пока нет, когда. Это все в придаточных, потому что, как я понимаю, в главных нет этого, вот будет и так далее. Это все, то есть вот такие временные детали, они уходят, да, в бок немножко. Нет, я никто не знаю, как это связано с временами года. Но я хотела, вот немножко я работала над речами, потому что там же действия, да, действующие лица просто на не то. Я попробовала все речи эти на как-то выделить какие-то группы. И выяснилось, что большинство речей совещательных, вот если взять риторику, иметь в виду античную риторику, были эпидектические, это такие торжественные речи, были совещательные речи, большинство речей совещательных, и как Аристотель, боже мой, а может быть я ошибаюсь, но мне кажется, Аристотель говорит, что совещательные речи обозначают настоящее время. Так вот это как и большинство речей, давайте совещательно. Значит, и прямая речь, и вот как показала
дураки, придаточные эти предложения. Ну, в общем, господствует настоящее время. А как это связано с временами года, я пока не знаю. Я как-то не думала. Нет, ну прямая речь, это все эти, они такие дидактические и... Не обязательно. Да, они было, могут да, быть... да. Особенно причкус, да? Да, они могут быть и да, но могут быть и есть, ну, не да. только. Ну, две юридические есть речи, юридические, только два. Они не соотносятся вот с этими относительными временами, ну, то есть что-то там... Я вот на время настоящее, все-таки господство. И тоже еще одна интересная вещь у Данила Айтиса есть, то, как он... передает, конечно, свое отношение к стреле бегущего времени, и что ему жалко, то он не эту жалость не допускает к самому человеку, но отношение или к вещи, например, к ножу, брало кейп мангейла то стунгио, то нудилосьо стунгио кейп мангейла, как ему жалко, например, вот ножа этого, который там 13, да, или там... Там ложь. Ну, когда же я у нас Бог, говорит, когда... Ну, это от Гомера идет. Угу. Да, мне старше же говорит. Но, конечно, вот с нынешних дней это очень как бы нам и красиво, что не я этот, который мне жалко, что вот я состарелся, там годы прошли, а вот мне этого моего нож... Эскиз, да? Да, да, такие эскизно. Это да, и я постарел. Да, да. Тейп, кур юс мано явно сденялес дингот. Или там советы дается, я как старый человек вам вот говорю, но... Ну, конечно. Ой, это грамматики не имеет. Нет, я уже так. Да. Как она работает на семантике. Да. Все.